Друзья, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодня рано утром вся Россия узнала о том, что на 56-м году ушел из жизни известный певец, фронтмен группы Конфеттис Питер Рэнкинс. В России Питера знали многие, особенно те, кто родился в 80-е годы. Сам он родился 20 июля 1967 года, стал известен как фронтмен бельгийской бит-группы Конфеттис, основанной в 88 году. В состав группы входили Рэнкинс и три танцовщицы. Их самым большим успехом стал сингл, получивший международное призвание. Затем были выпущены коммерчески успешные хиты, группа распалась в 92 году. Далее Рэнкинс стал членом, а позже работал танцором в клубе Whitefish. Рэнкинс много лет боролся с проблемами психического расстройства. Они проявлялись во время и после его пребывания. После того, как ему поставили диагноз маниакально-депрессивное расстройство, он переехал в приют, где скрылся в неизвестности. Последние годы своей жизни он жил один в Дёрне.